Год кино стал юбилейным и последним годом его работы. Сегодня закрылся старейший барнаульский кинотеатр «Родина». Кинотеатр «Родина» – это такой кинотеатр, это такое общественное здание, которое желательно иметь, сохранить на главной магистрали города Барнаула. Это первый советский кинотеатр. Это здание довоенного времени. О многом говорит его история. Это был любимый кинотеатр. Фильмы в кинотеатре показывали 75 лет. Фестивали, встречи со знаменитыми артистами тоже проходили в «Родине». Это здание изначально строили именно под кинотеатр. Первые кирпичи заложили еще до начала Великой Отечественной войны, а уже в 1941 году кинотеатр открыли. Первыми здесь вышли в прокат фильмы «Ленин» в 1918 году и «Волочаевские дни». Также в нем состоялись премьеры картин, снятых в крае в военное время. Одной из причин закрытия руководство называет нерентабельность, что будет на месте кинотеатра, пока неизвестно.